Здравствуйте! С вами группа технической поддержки Волтек. У Волтек в ассортименте есть трубы металлопластиковые, ПЕКС, ПЕРТ, полипропиленовые, трубы из нержавеющей стали. Сегодня мы рассмотрим все варианты их подключения к нашим коллекторам и те фитинги, которые для этого могут понадобиться. Труб много, фитингов много. Давайте разбираться. Первый момент. Присоединительные патрубки коллекторов бывают в формате 1/2 конус и 3/4 евроконус. Соответственно, фитинги для них также выпускаются в этих форматах. Конус для полдюймового соединения и евроконус для 3/4 соединения. Бывают еще соединения типа плоскость, о них мы тоже поговорим. Благодаря конусам и уплотнениям из каучука оба варианта соединений центруются и уплотняются при затягивании гаек автоматически. В соединениях с накидной гайкой типа плоскость при подключении к коллекторам нам понадобятся адаптеры. Конус-плоскость и евроконус-плоскость. Адаптеры обеспечат необходимую поверхность для уплотнения, а также предохранят прокладку фитинга от прорезания острыми краями патрубка коллектора. Начнем с формата полдюйма. С 3/4 форматом картина будет аналогичной, поэтому перечень необходимых фитингов вместе с артикулами будет представлен в таблице. ПЕКС и ПЕРТ. Набор вариантов подключения для этих типов труб одинаков. Обжимное соединение – конус, пресс-соединение – конус и пресс-соединение с накидной гайкой плоскость через адаптер. Далее металлопластиковые трубы. Здесь возможны 4 варианта. 2 соединения обжимных – непосредственно к коллектору через конус и через накидную гайку плоскость и адаптер. И 2 соединения пресс через конус и через накидную гайку и адаптер. Полипропиленовые трубы подключаются только через 2 фитинга. Через накидную гайку с конусом и через накидную гайку плоскость плюс адаптер. Трубы из нержавеющей стали подключаются только через накидную гайку плоскость и адаптер. Медные трубы Волтек не поставляет, но фитинг для них у нас тоже есть. Осталась таблица для формата евроконус. Вот она. На этом все. До новых встреч!